Так, здравствуйте, дамы и господа. Сегодня нам пришла посылка. Посылочка. А посылочки я люблю. Поэтому мы сейчас будем ее скрывать. Мы ее вскроем на нашем операционном столе. И посмотрим, что там у нас внутри. По идее, тут должен быть браслет. Потому что своей женушке я заказывал браслетик. Надеюсь, что это он. Так, глянем. Ну, как мы и думали, к нам пришел браслет. А женщины браслеты любят. Браслетик, как видите, симпатичный. Давайте мы его раскроем, ампутируем из кулечка. И глянем, какой у нас изящный. Вот он такой вот на вид. Металл, конечно, стандартный, нержавеющий, но камушки в нем такие прыгающие, на месте не стоящие, но они, видимо, так устроены, что они не выпадут. Камушки похожи на камни Сваровского. Цена отличная для такой штуки. Вот так вот.